Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников, их автобиографией. Луи Филипп Крепен, французский художник-маринист. Вместе с Теодором Гуденом он был назначен одним из двух первых художников военно-морского флота в 1830 году. Я пользуюсь переводной Википедией, данных не очень много. Родился в 1772 году в Париже. Изучал маринистику у Жозефа Верне и пейзажи у Юбера Робера. До этого он был моряком с 4-летним стажем работы рулевым и габье – это матрос, который отвечает за паруса. Его первая выставка в Париже состоялась в 1796 году с картиной «Вылазка из порта Брест». В Париже проводил выставки с перерывами до 1835 года. В 1817 году получил письмо от Министерства морской пехоты и колоний, в котором ему давался 20-летний заказ на создание маринистических картин для правительства, особенно для морского министерства, где он и открыл свою мастерскую. Однако это было омрачено разочарованием. Должность художника при адмирале Франции перешла к Луи Гарне. В возрасте 58 лет был назначен одним из первых из двух официальных художников-маринистов французского правительства. В том же году вместе с гораздо более молодым художником Эженом Изаби и Леоном Морель-Фатио он принял участие во вторжении в Алжир. Наиболее известной его картиной является «Битва французских войск против английских войск» 14 декабря 1798 года, которая была написана по заказу Наполеона для показа Тюильри. Она была показана на салоне в 1801 году. До 1834 года висела в бывшей резиденции императрицы в замке Сен-Клу. Затем была перенесена в Версаль королем Луи Филиппом I. С 1935 года работа находится в Национальном морском музее. Художник был одним из 14 художников, внесшим свой вклад в приморские эпизоды, наряду с Гарне, Гуденом, Изаби, Биаром и другими, которые в значительной степени были забыты. Умер художник 26 ноября 1851 года в Париже. Вот так вкратце из приводной Википедии о французском художнике-маринисте Луи Филипп Крепен. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.